Отключать горячую воду в Новосибирске начнут с 11 мая. После длинных выходных стартуют гидравлические испытания. Работы начнут сразу в трех зонах. Все потребители, да, и учреждения, и медицинские, и социальные, и учебные учреждения будут отключены от горячего водоснабжения в этот период. С подробными зонами испытаний, сроками их проведения и возобновления горячего водоснабжения можете ознакомиться на нашем сайте. Кстати, там очень наглядно представлена карта проведения испытаний. Испытания будут продолжаться до 20 июля. Отключать горячую воду в разных районах будут поэтапно. На какой срок, зависит от того, возникнут ли серьезные порывы. Напомню, испытания теплосетей проводят каждый год. Они нужны, чтобы определить слабые места, сделать ремонт и в будущем избежать крупных аварий. Тепло в домах отключат 5 мая. Однако, если будет холодная погода, отопительный сезон могут продлить. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.